Продолжаем наблюдать реальность, игру, жизнь, фантазии нашего ума, эксперименты, различные роли нашего «я». И, конечно же, наш эксперимент «Как написать книгу за 90 дней». И сегодня день 38. Пробовали вы когда-нибудь проснуться утром и начать свою жизнь с фразы «Мне нравится». Увидеть что-то. «Мне нравятся эти шторы на окне». Мне нравится мягкость моей постели. Мне нравится запах, который идет с кухни, там что-то готовят. И прочее, прочее, прочее. Но, продолжая тему вчерашнюю, помните, мы говорили о силе слова. Сегодня мы поговорим о силе энергии. Когда мы с вами говорим о том, что нам что-то нравится, мы можем быть в согласии со своей силой, а можем быть не в согласии с ней. То есть есть в нашем заявлении энергетическая заряженность, насыщенность, подтверждение или нет. Итак, если я говорю, ну да, мне нравится это утро. Если я говорю это просто как пустую фразу, то я не подпитываю это внутренним энергетическим согласием. И таким образом мой организм, мое подсознание сразу фиксирует, что я лгу. И ставится знак минус. Значит, на самом деле утро мне не нравится. Потому что наше подсознательное оценивает наше заявление не с точки зрения словесного заявления, а с точки зрения нашей внутренней согласованности и созвучности с этим состоянием. Поэтому, почему я предложил начать утро с фразы «мне нравится»? Потому что можно всегда найти что-то вокруг себя, внутри себя, что действительно нравится, но для этого нужно послушать свое внутреннее согласие. И вот я просыпаюсь и чувствую действительно вот ну, такая вот мягкая и приятная у меня постель. Такая постельное белье так касается приятно кожи. Да? Вот у меня внутри сначала пошло согласие. И я себе говорю, да, мне нравится моя постель. Мне нравится прикосновение одеяла к моей коже. Дальше я встаю, иду и, например, ощущаю, как мышцы начинают просыпаться. И так это вот тоже состояние такое приятное, пробуждение. Я тоже могу заявить, мне нравится движение вот сейчас, которое делают, совершают мои мышцы, прикладывают к этому усилие какое-то. Мне нравится запах, мне нравится вкус, мне нравится вид, мне нравится что-то делать. Но это реально из того, что мне это нравится действительно делать. Итак, если я с удовольствием пишу и во мне есть внутреннее согласие, то у меня не будет никаких моментов там отсутствия вдохновения, там, ленности, нежелания. Потому что я чувствую внутри вот это вот согласие, энергетическую наполненность вот этой силой. И мне действительно нравится писать. И я пишу. Для чего необходимо делать упражнение «Мне нравится»? Только да, делаю еще раз акцент. Не просто повторять «Мне нравится это», то, что вы вокруг видите, слышите, ощущаете на запах, на вкус. А реальное согласие внутреннее, что вам реально это нравится. Для чего это нужно делать? Чем чаще вы будете это делать, тем чаще вы будете находиться в согласии с своей энергетической наполненностью, насыщенностью, в согласии со своей силой, в согласии со своим состоянием радости. Да, когда нравится, это же некое состояние радости такое. Такое умиротворение миром.
То есть, чем чаще вы будете находить вокруг себя, в мире, в себе то, что вам реально нравится, то, что имеет энергетическую составляющую наполненность, тем чаще вы будете находиться вот в этом состоянии радости, в этом состоянии энергетической наполненности. И в какой-то момент вы настолько привыкнете в нем находиться, что вы вдруг обнаружите, что вам реально нравится все. Потому что первично не то, что вовне. И нам кажется, что оно нам может нравиться, а от того, что оно нам нравится, мы получаем уже эмоцию положительную. На самом деле все наоборот. Если мы внутри находимся в состоянии радости, если мы находимся в энергетической наполненности, если мы находимся в состоянии силы, то все вокруг радует наш глаз, вкус, запах нас радует наше тело, нас радует наши действия. И вот в этом состоянии энергетической насыщенности, состоянии умиротворения и радости книгу писать очень даже просто. И не только одну книгу, вторую, третью, четвертую. И жить в этом состоянии тоже очень прекрасно. Итак, попробуйте проснуться утром и сказать себе: мне нравится, и найти то, что вам действительно нравится. Чем чаще вы будете это повторять, тем скорее вы окажетесь в этом состоянии. Ну, а мы продолжаем писать с вами книгу. Наблюдать мир, наблюдать себя. Я желаю находиться вам в радости в каждом моменте здесь и сейчас. И желаю всем удачи. До встречи в завтрашнем дне.